промежуточной посадки на пути из Канта на нашу аэродромку. Вот, в Канте были на торжества по случаю десятилетия российской военной базы, авиационной базы Кант. Вот, мы принимали участие, выполняли показательный показ авиационный на этом аэродроме, в честь этого мероприятия. Это флаги, в которых была пилотажная группа, ну, за всю свою историю, более чем 20 лет. Показов много, никто не считал. Вот, странно. Считать надо. Сейчас там некоторых флажков, флагов нету, надо доклеить. Вот, в том числе Казахстан. Вот. Прежде всего, это демонстрация российского флага на территории иностранного государства. Государство это имеет, я так думаю, что стратегическое значение для России. Это как бы форпост Российской Федерации на южном направлении. Вот. Ну, в связи с этим надо показать российское присутствие там. Вот. Принимали участие не только мы, также выполнили проход стратегические ракетоносцы Ту-95. Взлетели с Энгельса, прошли в Канте и прилетели обратно в Энгельс. Когда на пути с востока туда на родную базу или туда выполняем показы в восточной точке, как правило, через Челябинск. Да, мы на протяжении своего маршрута летим, это называется строй клин, пилотажный отряд. Строй клин. А почему так удобнее? Ну, это пилотажный порядок, мы в таком строю выполняем показательные полеты демонстрационные, вот, и в таком же порядке выполняем перелет. Естественно, чтобы на перелете посвободнее немножко было, мы интервал дистанции немножко увеличиваем, вот, но пилотажный порядок остается такой же. Ну, это, наверное, такая напряженная, тяжелая работа. Вот. Надо быть очень внимательным. Самолеты на близком расстоянии, скорости большие, самолет инертный, поэтому надо каждую секунду быть на чеку, сохранять. Сохраняешь свое место в строю, то страшно. Да, крайний раз на Челябинской земле мы были в феврале этого года. Садились здесь при возвращении из Индии. Вот, там был тоже показ авиационной техники нашей отечественной. Вот, садились, выполнили также посадку в Канты, и из Канта через Челябинск мы шли домой. Вот, ну и в Канте нам немножечко задержали вылет, потом мы узнали в связи с тем, что в Челябинске произошли события, которые жители, наверное, будут помнить долго. 15 февраля знаменитый Чебаркульский метеорит нашим же маршрутом прилетел немножко раньше нас. Поэтому этот перелет мы запомним долго, эту дату. Ну, в основном наша группа сюда приходит как на промежуточный аэродром для заправки топлива. Потому что в такой обозримой истории мы здесь с показами не участвовали, не выступали. Русские «Витязи» выступали в Челябинске в 99 году, но базировались в гражданском аэропорту. Нормально принимают, в принципе, как на всех военных аэродромах. Все штатно. Друзья, конечно же, есть сейчас. На каждом аэродроме практически встречаешь где-то однокашников по училищу, где-то сослуживцев, в том числе и на этом аэродроме, конечно, тоже есть. Сегодня планируем, сейчас подготовим технику, заправим. Прибудет самолет Ил-76 с техническим составом. Вот, проведут подготовку к повторному вылету и пойдем домой. Географически авиационная база «Шагул» размещена очень удачно в самом центре России. И все воздушные суда, как боевые, это 6 военной авиации, при перемещении с запада на восток или с востока на запад, и также из центра России за рубеж, в Азию, они все перемещается с посадкой на аэродроме «Шагол». Здесь же проходится как таможенная пограничная служба, контроль и, соответственно, далее убытие. Сегодня мы видим возвращение русских «Витязей» с показа на авиационной базе «Кант». Это наш форпост в Средней Азии.